Не столько погода, сколько ветер необходим для хорошей гонки. Но с этой силой природы на курорте не все так гладко. Тем не менее, 4 гоночных дня позади, и лучшие яхтсмены в разных олимпийских классах яхт уже определились. Хорошие результаты на яхтах «Лазер Радиал» и «РСХ» показывают сочинцы. 17-летняя Стефания Елфутина гоняется на парусной доске и на сегодняшний день занимает лидирующую позицию. Кроме того, Стефания считается сильнейшей в мире спортсменкой среди юниоров и главной претенденткой на участие в Олимпийских играх. Здесь гоняется девочка Анджела Полдарева, она тоже из Сочи, вот. Но мы с ней так в основном боремся. Ну и девочки как помоложе тоже есть, ну вот мои ровесницы, тоже все вместе боремся. Вот. Ну так у нас флот растет и становится сильнее с каждым годом. Черноморская регата – первые соревнования после старта сезона. Она состоит из 12 гонок, по результатам которых будет определен победитель в каждом из 11 классов яхт. Помимо соревнований, это еще и второй учебно-тренировочный сбор новой национальной команды. Эти соревнования мы рассматриваем как контрольные старты для того, чтобы дальше уже здесь просмотреть ошибки, просмотреть итоги сборов. И на всю зиму заехать сюда и работать здесь над теми ошибками, чтобы весной мы уже стали лучшими. По результатам этих соревнований лучшие яхтсмены примут участие в чемпионате мира в Австралии, который стартует 1 декабря, а также получат шанс войти в состав команды, которая будет представлять Россию на летних играх Бразилии. 4 класса яхт, 470 и RSX уже получили лицензии на участие. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.